Фойе Ленинского управления ЗАГС многолюдно. Ребят, которым недавно исполнилось 14 лет, пригласили на торжественное вручение паспортов. Сотрудники многофункционального центра еще до начала официальной части закончили подготовку всех документов. Каждый будущий обладатель новенького паспорта поставил в нем свою подпись. Полина Иванова уверена, сегодня начинается новый этап в ее жизни. Получение паспорта – это, наверное, очень что-то такое важное. Можно наконец-таки ходить на почту и получать самые посылки. Вот. Ну и когда нам исполняется 14 лет, мы становимся уже совершенно взрослыми людьми и как-то, наверное, больше думаем о том, что мы делаем, о своих поступках. В зале для торжественных церемоний виновников праздника приветствовали депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов и глава Ленинского района Валерий Венцель. Каждый сказал ребятам слова напутствия и пожелал стать достойными своей страны и своей малой родины. До сегодняшнего дня у вас самым главным документом было свидетельство о рождении, которое было выдано вашим родителям, а сегодня у вас торжественный день, когда вы получите главный, самый главный документ жизни каждого гражданина нашей страны – паспорт гражданина Российской Федерации. Мы должны все сделать для того, чтобы они гордились этим паспортом, знали свою историю, понимали, что в нашей стране люди с паспортом гражданина нашей страны стали великими учеными, военачальниками, спортсменами, музыкантами. Для 10 юных жителей Ленинского района момент получения первого их взрослого документа запомнится навсегда. Запомнится и их родителям, ведь у них это было не так торжественно. Все это было очень просто. То есть я пришла что ж тогда было-то, я даже уже не помню. Милицию, наверное. Наверное, да. В отделении милиции. Все, меня поздравили с этим событием. Паспорт я получала в 16 лет. Ученица Видновской гимназии Аполлинария Горшкова призналась, волнуется, но понимает важность сегодняшнего события, а также преимущества будущей взрослой жизни. Можно будет создать, например, свою карту банковскую. И с 14 лет также новые пункты закона. Екатерина Рассадина приехала из поселка совхоза имени Ленина. Она надела кадетскую форму, которая сделала этот момент еще более торжественным. Мама девушки Надежда Юрьевна отметила, что это событие знаковое для всей семьи. Я думаю, что такие вехи в жизни, они обязательно должны быть запоминающимися, очень торжественными, потому что человек начинает чувствовать свою ответственность в жизни, что это следующий этап, благодаря которому он начинает свои поступки осмысливать. Сегодняшнее событие приурочено к Дню России и к 90-летию со дня образования Ленинского района. Это еще один повод, чтобы вручение паспортов запомнилось на долгие годы. Примерно полгода назад мы сделали первое торжественное вручение и поняли, что есть запрос у наших и молодых граждан, и их родителей на то, чтобы вручение первого паспорта гражданина Российской Федерации проходило в торжественной обстановке. Получая документ, каждый из ребят мог сфотографироваться с главой Ленинского района и с Вячеславом Фетисовым, которого они, конечно, больше знают как легенду советского хоккея. Для обладателей российских паспортов подготовили музыкальные номера их ровесники, юные артисты. А завершилась торжественная церемония общей фотографии на память. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.